то один из вариантов такого источника — это лазер мотоблокных лифтов. Это обычно, ну, там, здание пятиэтажное, грубо говоря, и вот это один лазер, и он вот обслуживает большое количество людей, и они пытаются эти ракеты получить. Ну, это одно из... То есть это какие-то миллиарды? По счетчикам приедем, скажу. Mm-hmm.